Жил-да-был один очень вспыльчивый и несдержанный менеджер среднего звена – Олег. Любил он в офисе на всех поорать да бумажки поразбрасывать. И вот однажды его директор дал ему степлер и упаковку скоб и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить скобку в свой квартальный отчет. В первый день в отчете было несколько десятков скобок. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в отчет скоб стало уменьшаться. Олег понял, что легче контролировать свой темперамент, чем орудовать степлером. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему начальнику, и тот сказал, что на сей раз, каждый день, когда менеджеру удастся сдержаться, он может вытащить из отчета одну скобу. И пришел день, когда он смог сообщить директору о том, что в отчете не осталось ни одной скобы. Тогда директор взял менеджера за руку и подвел к рабочему месту. И сказал: «Ты неплохо справился, но видишь, сколько в отчете дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как эти дыры. И не важно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется». Но тут явился мудрец из серверной и молвил: «Вы что, дебилы? Вы нафига монитор продырявили?»